И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я, Александр. Пушистая мордашка Булатик. Великолепное настроение. И вон к нам идет собачка какая-то. Наверное, девочка. Немецкая овчарочка. Не, уже к нам она не идет. Она уже пошла к своей хозяйке. Вот. Мы же прогуливаемся сегодня в очередной раз по лесу. Булатика водим на поводочке, потому как огромный снег растаял, как видите, в большинстве своем. Вот, поэтому на улице большие, ну, в лесу большие лужи. В связи с чем, если отпустить Булатика, придется его купать. Сам его не покупаешь, потому что свинюку взвесили. Свинюка набрала 70 килограмм. Да, Булатик у нас 70 кило уже. Многие говорят, что он худенький, но, честно вам сказать, ничем помочь не могу, потому как же я вам помогу, если он, свинюка противная, не ест. Ест он сугубо сколько хочет, плюс он еще и балованный у нас, поэтому не сильно-то его это есть и заставишь. Вот, поэтому есть как есть. Он у нас спортивный, красивый, подтянутый. Да, такой вот мальчик, великолепный, красавчик. Нам толстых не надо. Излишний вес он тоже ни к чему. Вот. Какой есть, такое есть. Я же ему клизму делать не буду, есть заставлять не буду. В общем, вот такой у нас вес 70 килограмм. Кто спрашивал, рост у нас разный. Я не могу сказать, какой точно рост, но я мерил. Короче, минимальный у меня получался. Меньше, меньше 82 сантиметров не получалось, ну и более 86 тоже, то есть где-то в этих пределах. Сколько я показывал людям, как я меряю, говорят, что была, куда ты лезешь, говорят, что 86 вроде, ну, в общем, я не готов утверждать, однозначно здесь сказать очень сложно. Вот, но у нас же такая чудесная прогулочка. На дворе у нас сегодня 8 февраля, да, 24 года. Представляете, дорогие наши любимые подписчики, красавчики и красавицы. Самые лучшие и неповторимые, как время тики-таки. То мы весну только, лето провожали с осенью. Плакали, что зима впереди, а тут вот уже 8 февраля. Еще 20 дней, грубо говоря, каких-то. И уже придет календарная весна, будет стучаться к нам. Кому интересно, кстати, сделаю прицеп для велосипеда. Да, могу поделиться опытом. Самоделку такую делаю, велосипедный прицепчик, чтобы мне на велосипедике было удобно немножко возить. Пошли. Для всяких моих нужд, чтобы я мог машину не брать по-лишнему. А то, как что-то только вести, так надо и машину было брать. А теперь у меня будет небольшой прицепчик. Кому интересно, пишите свои комментарии к велосипеду. Покажу, как собирал, как делал. Все вам покажу, расскажу. У волшебника Сулеймана все по-честному и без обмана. Вы же знаете, мы самые позитивные, великолепные и прекрасные. Поэтому подписываемся на каналчик. Не стесняемся, прожимаем царский лайк, барскую подписочку. Вот. У нас сегодня такая чудесная прогулочка по лесу. Подышать свежим воздухом. На улице солнышко, как видите, светит. Не, правда, не сказать, чтоб тепленько так, чтобы уж совсем тепленько. По погодке где-то так около нуля. Даже в сторону минуса было, когда мы выходили. Но я так понимаю, сейчас уже солнышко поднимается все выше, выше и выше. И поэтому как бы вот так.
А мы же прогуливаемся. Он что-то нюхает морда. Вчера ходили на приемку металла, из-за этого видео и не снял, потому что надо было сходить по делам. В общем, занимались, а потом в гараже занимались с Булатиком. Прицеп делали, вернее, даже без Булатика в гараже уже прицеп делали. Прицепчик ходил. А лезет этот Булатик вечно куда-то сунется. Ну нельзя тебя в камере подержать. То ты туда, то ты сюда, со стороны в сторону. Что ж ты за вредная морда ты такая? Ай, противнючий. Ну а для наших дорогих зрителей и подписчиков. Кстати, дорогие наши зрители, переходим в ранг подписчиков. Это что это вы? Зайцами так. Видосики просматриваете, подписочку прожали, наслаждаемся, всем хорошо, приятно, здорово, великолепно. Да, кто красавчик? Булатик красавчик и подписчик красавчик. Или девочка красавица, умничка. Да, красотулечки наши. Вот такая вот у нас сегодня прогулочка. Небольшой видосик. О погоде, о природе, о том, о сём и обо всём. Вот. Мы же будем вам желать продолжения рода, чтобы у вас была прекрасная погода, чтобы дела ваши ладились, все у вас получалось и складывалось. Да, детки, внуки, правнуки, прапраправнуки вас радовали, чтобы мечты сбывались, жизнью вы наслаждались. Да, прожимайте барский лайк, царскую подписочку. Да, подписочку, так, по-богатому, не скупитесь. Мы за ценой не постоим. С Булатиком, да, Булатик? Так, за подписочку прожимаем и позитивчик получаем. Вот такая вот у нас прогулочка. Чудная, чудная прогулочка. Солнышко светит. Красота. Ну что, дорогие, любимые наши. Будем вам говорить до новых встреч. Я надеюсь, все лайкосики, подписочки прожали. Чтобы женщины не сохли, мужчины не гнулись. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока, 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 мои дорогие.